Приветствую всех на своем канале, с вами Маркело Борис, и я продолжаю рассказывать, как заработать деньги в интернете. Весь канал, весь канал именно о заработке. Я продолжаю развиваться в Race Capital, но. Но получается так, что газ у нас до сих пор высокий. Но вход в любом случае в Race Capital, если вы будете регистрироваться сейчас, вход 0.05 Ethereum. И а, плюс а, 0.01 Ethereum а, это будет комиссия сети, чтобы зарегистрироваться в Race Capital. А для тех, кто а, любит зарабатывать именно на смарт-контрактах, я выбрал еще параллельный проект, который называется токен Link, он тоже открылся неделю назад. И здесь мы зарабатываем в тронах. Трон сейчас на данный момент стоит 2,5 2 цента. Не такие огромные суммы. Сегодня я буду рассказывать про e-токен, как в нем зарегистрироваться. Для этого вам нужно завести вот такой кошелек. Его можно скачать именно в магазине Google. Называется он TronLink. В принципе, вы можете установить Tron кошелек к себе на телефон и также воспользоваться этой возможностью и зайти то есть получается у нас 450 трон. 450 трон это где-то выходит около 900 рублей. Не такие огромные деньги. А в чем весь смысл? Смысл в том, что вы развивая а, свою структуру а, получаете здесь деньги. А, помимо этого вам еще будут начисляться дивиденды. Дивиденды, вот 51 трон мне уже начислено. Даже а, с учетом того, что особо-то здесь пока движение маленькое. К нам присоединилась Индия, к нам присоединилось еще несколько стран азиатских. И сейчас мы потихонечку раскачиваем данный проект. В чем еще плюс E-токена? В чем E-токен Link? В чем плюс? Помимо этого, вы, наверное, будете заинтересованы в этом и спросите, а почему, почему именно нужно зайти в E-токен? При регистрации и активации первой площадки мне начислили 13500 e-токенов. То есть это airdrop, такой так называемый аирдроп. Когда эти монетки выйдут в листинг, возможно, они будут стоить тоже каких-то денег. Но пока это аирдропт, пока мы собираем E-токен линк а, к себе на кошелек. Причем они а, приходят вам автоматически на ваш кошелек. Это нужно тоже иметь в виду. И они обязательно придут. А, в чем еще плюс? То есть а, сам смарт-контракт не генерирует на себе никаких денег. Денег там нет. Здесь деньги сразу распределяются между участниками. И а, на данный момент, если выбирать между а, эфи Эфириумом и Троном, наверное, сейчас нужно а, в Трон зайти и в Троне поработать. А, достаточно ну, небольшое количество еще людей здесь и здесь есть такие же переливы переливы от вышестоящих а, спонсоров перелива от структуры это тоже нужно иметь в виду а, площадка здесь активируется на 60 дней мне тут а, заявляли что ой 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 как это дорого 900 рублей на 60 дней 1000 рублей если даже посчитать если разделить по полтора рубля это не такие огромные деньги, как вам кажется, полтора рубля вы, вы, вы тратите э, больше в магазинах, когда заходите. Поэтому э, ссылка на регистрацию будет под этим видео. Сразу скажу, что как зарегистрироваться. Зарегистрироваться достаточно просто. Э, сейчас я выдаю из своего кабинета и примерно покажу, как это вообще все выглядит. То есть у вас на счету э, должны быть 450. 450 трон. Ну, я еще раз повторюсь, что можете умножать на 2,5 цента, а, примерная стоимость выйдет. Даже а, сейчас я зайду а, именно в Best Chance. Как я это делал, вообще? А, сейчас я зайду в Best Chance и покажу. Например, вам нужны. Троны и вы их хотите купить. Можно купить абсолютно с любых электронных кошельков. Обычно я делаю это с Яндекс денег, но у кого есть Киви, давайте на примере Киви мы разберем, как это сделать. Вот мы, мы выбираем Киви, мы выбираем Трон. В принципе курс вот от 1000 рублей, примерно примерно у нас получается от 1000 рублей. Мы выбираем этот обменник мы выбираем этот обменник на 1000 рублей. Здесь мы указываем, здесь мы указываем ту сумму, которая нам нужна. Ну, например, мы сразу указываем 1000. Вот, мы указываем 1000, и мы получаем 518 трон. Да, сумма чуть-чуть выше, но эти троны также останутся у вас на кошельке. Вы начинаете обмен, то есть вы с киви кошелька отдаете 1000 рублей, а получаете 518. Например, нажимаете начать обмен, а здесь вы пишете номер своего кошелька, здесь вы пишете e здесь вы пишете кошелек для получения. В принципе, все, все достаточно просто, все достаточно легко. Вот ваш кошелек, который будет у вас указан. Здесь вы нажимаете копировать, вставляете кошелек. Все, для, для, первоначальных, для первоначальных действий вам этого достаточно. А, почему трон? Потому что сеть достаточно новая, сеть сейчас не нагружена. А комиссия в сети у вас там составит 2, от 2,5 до 7 центов. Поэтому ничего здесь а, такого страшного нет, что вы зайдете и начнете зарабатывать деньги. Пригласив уже первого человека, вы а, получаете а, деньги к себе сразу на кошелек. Еще а, мы с обменом здесь разобрались, то есть вы здесь email свой ставили, здесь вы адрес а, своего киви кошелька вставили, то есть нажимаете продолжить дальше по инструкции. После этого, после этого вы нажимаете регистрацию. Вы нажимаете регистрацию. А здесь вы вот здесь написано Enter TRX адрес. То есть обычно, обычно вот нажимаете. У вас есть Трон кошелек. Давайте я переключусь на другой Трон кошелек и покажу примерно как это будет все происходить. То есть вы нажимаете регистрацию. Здесь вы должны ввести ID того человека, который, под которого вы регистрируетесь. Вот 264, например, укажу свой. Здесь вы вводите капчу 6 плюс 7, это получается 13. Новая регистрация. Все, выскакивает вот такое окно, на кошельке у вас должно быть 450 трон, вы нажимаете по этой синей кнопочке, в принципе вся вся регистрация. Регистрация проще не придумаешь, никаких электронных адресов, никаких там каких-то еще дополнительных действий не требуется. Если у вас 450 на троне есть, вы нажимаете подтвердить и заходите сразу в кабинет. Все это происходит моментально, все это происходит просто поэтому чтобы потом зайти в кошелек то есть не в кошелек а в кабинет вы нажимаете выбираете свой свой, например, кошелек, который у вас есть в троне. Также нажимаете регистрация или логин. Все, вы в своем кабинете. Больше от вас ничего не требуется. Вот таким вот волшебным образом мы можем зарабатывать в троне и также спокойно выводить эти деньги, потому что есть мониторинг обменников. Мы, например, у нас есть трон. Я уже видео записывал в конце этого ролика. Я поставлю видео, как я выводил троны, я нажимаю Яндекс Деньги, все, все. И здесь я выбираю, например, 200 трон у меня есть, я выбираю вот этот обменник, который у меня здесь почему-то не загружается. Ну, можно другой обменник выбрать. Я понимаю, что вы зашли сюда не на один день. И э, не один день вы здесь будете получать деньги просто, получать деньги и развивать свою команду. Причем э, до на достаточно э, отличном уровне вы это все будете делать. Ну, вот я выбрал, в принципе, другой обменник. Тот не загружался. И здесь мы... Например, выбираем 600 трон. 600 трон. 600 трон сейчас, если на Яндекс деньги выводить, это 1048 рублей. Операция происходит буквально в считанные секунды. То есть здесь нет вам ограничений никаких. Поэтому все, кто занимается сейчас на данный момент вот таким движением, непосредственно развиваете матрицы, развиваете еще какие-то проекты, они встали, а именно, e-Token э, Link это ваше направление. И в этом направлении можно зарабатывать достаточно хорошие деньги с учетом того, что вот буквально несколько дней назад трон уже поднимался до 3 центов, а вы уже знаете всю ситуацию с, э, с электронными деньгами, с криптовалютой, что она дальше будет расти. Поэтому ссылка на регистрацию под этим видео. Всем привет!